Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобою продолжаем играть в Angry Birds Epic. Простите, друзья, что так долго не было, то я отдыхал, то еще какой-то фигней страдал, но я ждал X5 копилки. Да, друзья, сегодня мы с тобой будем... Ты просто офигеешь, ты даже еще не понимаешь, я еще не говорил это, никому не рассказывал. Короче, мы с тобой забираем X5... Забираем монеточку. Посмотри, посмотри, сколько у меня всего монет. Братиш, 803. Сегодня мы с тобой потратим 700 монет. Я не шучу, ребята. Не шучу, поэтому запаситесь вкусняшками, еще чем-нибудь. Мастерство, давай, быстренько мы сейчас что-нибудь прокачаем. Вот. Я знаю, что я псих, я просто ненормальный, потому что мы могли бы уже классы... Ну, там осталось немного, на самом деле, классов. Вот, но я сегодня очень-очень хочу выбить под покровом ночи. Бонус места, серьезно, я на 19-м. Да? Я был на 19-м, но бумер. Бумер. Бумер у нас получил, между прочим, но... А, ну я понял, друзья, почему я не участвовал. Всего 9. Но зато смотри... Десятку стоит. Блин, давай-ка я все-таки переиграю. Жалко. Для Реда? Ну, так оно и быть. Значит... Мастерство повышено. И сейчас мы сразу с тобой переходим к открыванию. Ребята, поставьте лайк, серьезно, потому что, блин, должно быть что-то крутое. Блин, я больше всего в этой игре реально обожаю вот открывать. Прям вот капец как обожаю. Ну что же, начинаем. Радужный бунт. Один раз бесплатно, но знаешь, так, для проверки. Так, ну понятно, полная какашка, естественно. Я на самом деле не удивлен. Так, и начинаем закидывать эту свинью. Все, ох ты ж, блин. Так, конфетная бомба, это очень круто. Это имбовая штука, хорошо, что не... Плюшевый Angry Birds, офигеть. Берем, друзья. Мы, кстати, еще, возможно, сегодня... Слушай, у меня появилась идея. Мы, наверное, потратим сегодня 600... Послушай, братиш, 600 монет на радужную копилку, но зато мы немного повыбиваем в той холере. Ну, как это холера называется, где мы с тобой все легендарные вещи скрещиваем, из трех получаем одну. Хронос получаем, отлично, это уже третья, офигеть, просто, пацаны, как? Это супер, это просто супер. Слушай, нам точно надо тратить столько монет? Я что-то сейчас уже немного... Да не, надо все выбивать. Раз, сказал, надо, а то и так, друзья, немножечко сейчас я как бы скостил, говорю, 700 монеток, а все-таки... Ну ладно, 600. Потому что будет действительно интересно, если мы с тобой там какую-нибудь еще древнюю Лего выбьем, это прям супер-супер будет. Бесконечная карта, жаждущий посох. Спасибо, говном одарили, о! Так, идем дальше, пацаны. Подлая сфера, изящная сковородка. Ну, чё, блин, чё это за фигня? Так, не-не-не, спасибо, конечно, но откажусь как-то... О, Ян! А почему? Он что-то вообще какой-то плохой, ты видел? Он почему-то очень плохой был. Не понял я, если честно, прикола, но окей. Ладно, идем дальше. Так, нам надо, короче, оставить где-то 200 монет, чтобы мы с тобой все-таки... Блин, удобный пакетик. Туман маны, ну, у меня он есть, это я что-то вот, что-то слишком как-то обрадовался. Жестокая перчатка, подлый жезл, удобный пакетик, ребята, может, это из-за того, что вы не ставите много лайков, ребята, погибели, это идеально, ребята, это то, что, о чем я просил, да, кто-то реально сейчас лайк поставил, пацаны. Ну ладно, конечно, пацаны, я вас немножечко развожу, не буду вас обманывать, конечно, но как бы ради такого дела, мне кажется, стоит поставить, вот, немного кто так на ютубе все-таки делает, да и вообще старую игру эту. Итак, но я хочу ее допройти серьезно, ребят, нам придется все равно потом еще закидывать, потому что, ну...
Так, паучья карта. Вот, что-то началось. Какая-то фигня выбиваться. 44 уровень. Это, конечно, такое. Так, окей. Сейчас у нас полюбасу будет лего. Полюбасу. Я потом, конечно, сосчитаю, сколько всего мы с тобой выбили. Мне прям... Мне капец интересно, сколько это. Флаг влюбленности. Трусы. Ох, первобытное копье, но оно у меня, по-моему, есть. Спасибо. О, корабельная пушка, это идеально, это идеально. Там что-то такое интересное, крутое дается. Так, идем дальше. Да ладно, первобытный топор. Сразу мы комплект выбили. Ух, ребята, три бананчика каких-то. Все за фигня. Морская расческа, подлый жезл, жаждущий посох. Я не представляю, как это мы от этого всего будем еще избавляться, но... Потому что у меня там сколько предметов. Защита от водоворота. Супер, офигеть, да, мы выбили. Да. Черт, это просто супер, пацаны. Просто конфетка. Так, для морского волка я что-то еще хотел, какую-то фигню. Вот. Ну, для бомба, чтобы замораживало противников, я уже немножечко подзабыл. Горящий бумеранг. Жестокая перчатка, горящий бумеранг. Так, идем дальше. 452 монеты. Офигеть, они очень быстро уменьшаются, ребят. Тупой меч, разрывающее копье. Как вы надоели, блин, с этими трусами. Какой-то батя, блин, оставил семейники свои. Ну, что это такое? Сейчас у нас еще будет. Еще будет у нас одна такая возможность. Так. Хронометр. Все, мы собрали. Офигеть, мы собрали. Слушайте, ребята, это прям все необходимое. Ну все, до конца уже выбиваем и будет во. Да ладно, бола-бомба. Офигеть, еще и по отдельным. Господи. Да ёкарный бабай, сколько тут вообще лего. Это надо считать, пацаны. Это я посчитаю, ребята. Это просто эпический выпуск, ребята. Может, как раз много просмотров и наберет. Будет очень круто. Удобный пакетик, рог, зловещая рогатька. Блин, да что-то вы не то мне все даете-то, пацаны. Так, ну давайте. У меня, по идее, там еще кое-что должно быть. Так, небесный чемодан. Я уже, понимаешь, в чем прикол? У меня уже столько, у меня радости полные трусы вот эти вот батины. Реально, ребят. Так, давай дальше. Поющий щит. Да. Да что такое второй поющий щит? Да. Сука. Угу. Понятно, сейчас точно лего у нас будет, ребята. Все, остается у нас... Еще два разика мы с тобой можем, да? Крутануть. Так, понятно. И сейчас лего будет какая-то крутая. Пуля, оставляем. Ох ты, блин, радиоуправляемый робот. Офигеть просто, ребята. Ну не, мы, по-моему, все леги уже собрали. Два разика еще, и все. И все, пацаны. Так, сокрушительная бомба, флаг влюбленности. Офигеть, стальная мощь, но у меня, по-моему, нету щита этого. Сейчас мы с тобой посмотрим. Так, изящная сковородка. Сколько у меня этих сковородок уже? Офигеть, просто. Так, бесценный талисман, дышащий молот. Ложечка, офигеть, рогатка. У меня, кстати, да, вот, книга костей, живая молния. Боже, сколько лег, просто. И все. Все, пацаны. На этом мы с тобой заканчиваем. Да, ну, не выпуск, потому что мы здесь еще посражаемся, ты не переживай. Офигеть, что мы с тобой выбили. Итак. Что? У меня есть вещь из комплекта древняя корабельная артиллерия. То ли я ее уже выбивал, то ли... Офигеть. Так, давай посмотрим. Блин, я не знаю, с чего начать, ребята, потому что, блин... Это чуть попозже. Так, да, начинаем с нашего братана. Итак,
Первое. Сан, после применения любой способности ярости бомб атакует сильнейшего врага. Крутая штука. 25% вероятности вылечить всех птиц на 50%. Это очень крутая штука. Да, ребят. То есть, видишь, у нас тут комплект этот собран. Но мне хочется все-таки применить вот эту штуку. Давай, берем. Плюс у нас сейчас сила там примениться. Так. 30% вероятность украсть кучу пятачков. Это мне не нужно. Все союзники наносят на 70%. Я не играю особо на арене, поэтому не особо мне нужно. А вот это вот очень крутая. Вижу, еще и восстанавливает здоровье. Эта штука у нас с шансом 23% дополнительно несет 50%. Ага. Нанесет 50%. То есть только одной цели. Снижаемый получает урон. Ну и там так далее. Ладненько. Просто у меня вот есть ледяной дикарь. Когда любой союзник получает урон с вероятностью 25%, замораживает, оглушает попадающего на один ход. Время действия 3 хода. Угу. Крутая вещь. То есть, если, например, Матильде, а у нас для Матильды выпал комплект как раз, как я понимаю, расчески, смотри, всякая фигня. Во, смотри, время спать, проклятие. Замороженные, оглушенные свиньи получают 200% урона в начале каждого хода. Я не знаю, что сейчас будет, но это будет крутая вещь. Это имбово. Особый бонус вот этого вот у нас нету. Так, перец быстрее заполняется. И вот эта хрюкалка. Но она, блин, нифига себе она нам дает-то как бы, ну, такое. Но ничего, 200 я оставил специально, друзья. Я оставил специально. Мы потом, может, и купим вот это все. Ну, попади она за эти денежки. Как бы за серебряные монетки, а не золотые. Итак, у нас есть, смотри, вот... Если синяя троица выбывает из боя, они мгновенно воскреснут один раз... Блин, я... Господи, я уже даже от шока, я даже не могу прочитать. То есть, прикинь, у нас есть комплект. А это... Да, это Лего, офигеть! Прикинь, роботы дополнительно нести всем целям 25%. У нас, по-моему, это не собрано, да? К сожалению, не собрано. Проигнорировать урон. Это фигня. Это фигня, друзья. Если они оживают, это прям супер. Идем дальше. У нас есть Чак и... Давай посмотрим. 25 вероятности получения Чаком дополнительного хода после атаки. Неплохо, неплохо, я тебе скажу. Все союзники с вероятностью проигнорируют отрицательные эффекты. Дополнительности всем целям 50%? Офигеть! Ну, если так подумать, ну, у меня вот самое крутое, это вот обнуляет шкалу заряда. То есть мы сейчас против боссов идем, поэтому это нужно. Но... Еще раз ходить не помешает. Хотелось бы посмотреть. Короче, комплекты мы с тобой офигеть какие крутые. Так, щит у меня есть. Смотри-ка. Убийство врага наполняет перец ярости. С вероятностью 60% снимает с цели все негативные эффекты и нанесет 100% урона за каждый снятый эффект. Так. То есть... Негативные по отношению к нам. То есть мы свинью атакуем, он снимает и наносит еще круто. Но там 60%, к сожалению. Вот так вот. У нас также есть, видишь, все союзники получают. Но это крутая штука. Офигеть, это супер крутая. Я так ее не собрал. Но можем вот такую штуку взять. Вот так вот. Но... Ты понимаешь, что будет? Давай, все, мы теперь что-нибудь такое крутое должны сейчас еще собрать. Что нам не нужно? Во-первых, нам не нужна вот эта штука. Ну, у нас, потому что уже есть коса одна. У нас уже одна коса есть. Так, у нас тут две... Так, смотри, у бомба 188. Тихо. Сейчас главное не прошляпить. А то, блин, я знаю... Это я знаю, блин, такая штука уже была со мной. Две печенюхи, как я знаю. Тут есть 150, а тут 188. Так, точно? Я проверяю, пацаны. Да, все нормально. Все окей.
Так, смотрим дальше. Эту штуку стоит ли нам брать? Вот это вот есть. 35, 0. Объединить. Тридцатка. Итак. Бумага! Это нужно! Для бомба прям вообще отлично! Отлично! Беру! Эта штука нам дает... Ну, заполняет перец ярости. Ну, вообще интересно. Вообще интересно, как она будет вести. Как бы... Слушай, надо оставить эту штуку. Так, всем целям для Реда. Все союзники получают на 20% меньше урона. Тоже пригодится. Это мне не нужно. Так, объединяем. Смотрим, что у нас тут есть. Поддельная монета. Нет, давай-ка потратим тридцаточку. Сейчас посмотрим, что будет. Так, ну это у меня то же самое есть уже. Пожалуй, не будем брать, да, друзья? Так, ну и все, все. Древняя ложка меда! Все исцеляющие эффекты союзников усилятся на 25%. Берем. То есть у меня еще меда нет. Вот оно что, ребят. Это мне не нужно. Не, как-то это все... Ну, такое. Так, а тут у нас, если человек терпит поражение, все оставшие союзники одновременно атакуют случайную цель. Ну, снимает... Так. Нет. Все, давай, братан. Кирей, офигеть! Ну, надо брать, потому что... Надо брать. Так, что у нас там пришло, Свинхрякович? Смотри, нифига, блин, Свинхрякович. Спасибо тебе за парочку. Ну, правда, мы уже десятку там... Ну, ладно, ничего страшного. Все, вперед, друзья. Пойдем сейчас мы с тобой в пещеры проверять. Да, друзья. Сейчас, мне кажется, будет просто имбовая команда. Надеюсь, это не все не просто так, потому что, ну, блин, будет очень печально. Хоть как бы и делаем контент, да, на ютубчике, но, блин, надеюсь, будет нормально. Итак, вода. Сила команды у нас, конечно, она не прям крутая, заметь. Для Матильды мы... Так, сейчас, секунду. Тернистая исцеляет на 569. Я кое-что хочу посмотреть. Вот, пассивно. Наносит 150% урона оглушенным врагам. Наносит 1000 шансов оглушить цельно. Да. Сейчас сколько там много? Ну, не так сильно коварство. И у нас у бомба... Сейчас, погоди. Бомба надо, конечно, тоже приодеть. Вы что думали? Ледяной дикарь наносит 1000... Ну, в общем, там замерзает. Сейчас, пацаны, наверное, будет офигеть жопа этим свиньям. Мне кажется, просто полная жопа. Ой, я не представляю. Итак, вау, у них какой-то усиливающий эффект. Здоровье всех свиней увеличено на 25%. Так, что мы Матильде можем сделать? Восстанавливаем здоровье всех птиц на 300... Угу. Так, пока не оглушили. Ладно, надеюсь оглушим. Так, да, отлично, все, теперь пробуем... 1500, офигеть. Так, косарик. Они и будут оживать, да? Эти засранцы. Критический урон. И все, минус 1200. Офигеть. Супер. Просто супер. То есть, понимаешь, в чем заключается имба? Что комплект... Он 200% наносит... смотри. Блин, ты сейчас офигеешь. Если ты еще не понял вдруг... Ну, если понял, то красавчик. Красавчик просто. Смотри, ледяной дикарь. Он... значит, у него пассивочка. Пассивочка. С вероятностью 25% он... Может, вот свинь нас атакует, он замерзает. Все, это считается замерзший, оглушенный. Ну, то есть он оглушенный. Смотри. Наносит... 1019 единиц урона. Оглушенные замерзшие цели получают 150%. То есть мы еще 150
наносим. У Матильды, смотри, какая фигня. Она тоже оглушает пассивно 150% урона оглушенным врагам. Плюс в начале хода, еще третье, да, она 200% наносит просто так. Это такая имба, что прям мама, не горюй. Итак, короче, смысл в том, чтобы они нас просто атаковали. Главное, чтобы не снимали эффекты, потому что если будут снимать, будет плохо, конечно. Вот, один у нас есть. Сколько у него хп? 1600. Надо протестировать сначала... Так, минус один. 1019. Да, он... Ну, 1200. 1200 он. Неплохо. Неплохо. Знаешь, я скажу тебе, неплохо. Сейчас надо этих свиней, конечно, будет сейчас уничтожить. О, красавчик. Все. Этот минус. И теперь нам дают как раз шанс еще подумать, там подлечиться, например. Потому что этот свин умирает. Офигеть. Просто офигеть. Но я не учел одного, пацаны. Когда будут... Когда, конечно, будет, ну... Такая жопа, как... Блин, хорошо бы, если мы оглушили его... Так, это уже последний ход, поэтому... Бонусная атака. Так, а бонусную атаку он когда-либо... Точно! Бонусную атаку он делает, когда... Офигеть! Когда мы применяем перец ярости. Супер. А лучше даже не это, а... Офигеть! Я еще лучше придумал. Так, 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 так. Ну... Это так себе. Это так себе. Сейчас мы с тобой вернемся. Комплектик поменяем, бомбу. Все-таки. Но он чуть будет... Чуть-чуть будет все-таки он послабже, типа. Но он зато будет дополнительный урон наносить. А это очень важно. Это очень важно, друзья. Офигеть. Просто офигеть. Это команда. Это... Итак... Матильда, Матильда, Матильда. И, конечно, бы это все ложка, это круто. Тоже. Итак, для бомба, смотри. В принципе, лечиться надо. То есть это здорово, что конфетная бомба нам выпала. Но я хочу вот древний комплект. Давай. То есть он чуть-чуть сейчас послабже будет. Ой, так он вообще чуть-чуть послабже, смотри. Вообще, ну, те 289, блин, тоже играют роли. 33% вероятность дополнительно нанести всем целям 60 единиц урона. Офигеть. Идем. Идем, идем смотреть. То есть, это прям идеально. Это прям, это просто так офигенно. Наконец-то у меня команда мечты. Мы ее собрали. Офигеть. Просто офигеть. Ну, в принципе, бомбу какой-то еще можно, какой-нибудь комплектик сделать. Там придумать, в принципе. Жалко, она не нанесла. Хэви металл. Так, жизни дай какие-то. Ага, засранец какой. Так. Ого! Офигеть. Так, он что-то там будет сейчас применять, но это полная фигня. Ах ты засранец, смотри. Правда, что-то делает. Так, давай-ка мы вот так вот сделаем. Вот так вот сделаем. Жалко, он не оглушивается, но ты засранец. Все, вынесли. Еще подлечились плюс. Будем подлечиваться. Чисто, знаешь, такой пассивный режим. Скажем так. Итак, кого начнем атаковать? Наверное, все-таки большого стоит. Если бы при атаке они еще бы морозились. Муа, было бы. Ой-ой-ой. Они это очень долго делают, ребят. Я все, блин, надеюсь, когда вы там. Они как-то... Да блин, да я даже...
Фу, блин. Офигеть, мы их даже... Они даже нам вообще ничего не сделали. Так, следующие противники пошли. Так, ребята. Ну, тут, я думаю, вот так вот проще сделать. Ага. Так, я забаговалась. Чисто забаговалась игра. Такое, кстати, бывает, на самом деле. Типа, мы уже сходили, но... Чё-то, блин, не произошло, нифига. Мы сейчас очень сильные. Вот через две пещеры будет немножечко уже сложнее. Будет все подольше, подольше жизни у соперников, все больше и больше. Так, давай еще сходим на один бой. Я прям хочу, капец. Давай, вода жизни. Офигеть. Ну тут еще, видишь, им бонус. О, 511 против 708. Ууу, сейчас проверим. Протестируем, друзья. Как же это получится? Так. Вот этот чувак на самом деле крутой. Его бы оглушить, но нет. Видимо, не сегодня. Так. Это его тоже не оглушило. Ах ты засранец. Не хочет, да? О, все, попался, голубчик. Молодцы, ребятки. Оп. Оп. Так. Ой, красавица, молодца, все. Так, давай-ка применяем. А, блин, этот маленький свин-то, он... С чего он должен будет умирать? Не, он не будет. На, вот так вот, 126 ему урона. Ну, Матильда плохо, жалко тут, конечно, у Барда лечиться-то. А тут надо по-любому так делать, иначе будет плохо. Вот Матильда, она вот вроде как, сколько там, 15%, да, 15%, это очень много. Это очень много, друзья. А... Ни разу, она еще ни разу никого не оглушила. Не знаю, в чем прикол. Так. Наверное, этого погнали. Будем валить. Так, ребятки. Ой, они сейчас будут взрываться, это не очень приятно. Наносит 211 единиц. Смотри, никто, вообще никто. Давай уничтожим лучше эти бомбы, на всякий. Пожарный. Раз, свинья. Тут уже не захотел этот свин. 1500. Да, блин, против маленького идти. А, вот этот чувак-рассеиватель. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А как он, погоди? Не понял. 45%. Все понял. Все, хана, свинье. Все, и он просто так, раз, и все. Блин, как бы увеличить урон, чтобы вообще столько было, прям. Так, хорошо. Раз. Ну, Матильда, ну хоть раз... О, у меня камера уже, пацаны, все. Отрубается. Да, блин, свинья, атакуй. Вот это уже начинает напрягать, когда у меня не было такой пассивки, я радовался, когда свинья запыхалась и хопа, и падала. Но сейчас уже это ни хрена не смешно. Лучше бы атаковала Матильда, ну блин. О, нифига вы, ребят. Ну, ничего страшного. Ничего страшного нет. Так, давай пассивочку еще раз включим, вдруг... Сработает хоть раз. Ну, пожалуйста, ну. Не умер, к сожалению. Но тут-то хоть можно применить. О, нифига себе! Нифига себе, ты чё, блин, засранец? Молодец, Матильда. Ну. Чё за фигня, блин? Чё эта свинья грёбаная не может застыть? Ну! Ну иди ты, блин!
Все, ладно, переходим на другой уровень. Пум-пум-пум-пум-пум. Ой, это фигня. Давай, применяем перчик. Ну и прошу, господа, атакуйте. Ну, наконец-то, молодец. Сколько у него? 761. Не, я его хочу все-таки уничтожить. На! Он бы так и так умер, но 45-й уровень. Все, отлично, друзья. Ну что ж, пацаны, не забывайте оценивать ролик, также подписываться на канал, если вы тут впервые. На этом все, бай-бай, дорогие братишки.